Всем привет! Сегодня подборка товаров с сайта AliExpress. Если вам понравится какой-то товар, то все ссылки будут в описании. Ну что, поехали? Вертолет Angry Birds. Радиоуправляемый вертолетик выполнен в виде птички из игры Angry Birds. Красная птичка под названием Red Bird – это мини-вертолет в форме птички, оснащен двумя пропеллерами, которые обеспечивают хорошую устойчивость и управляемость. Радиус действия до 15 метров, а время полета без подзарядки до 10 минут. Подзаряжается от пульта либо через USB. Но, собственно, сам пульт работает от 6 батареек, пальчиковых батареек типа АА. Корпус сделан из устойчивого к повреждениям пластика. А сама игрушка принесет радость не только детям, но и взрослым. Игрушка Angry Birds имеет достаточно мощный двигатель, быстро набирает высоту, а также легка в управлении. Яичница ролл на палочке. Существует множество рецептов быстрого приготовления вкусной яичницы. Но как приготовить яичницу так, чтобы она имела вид мороженого на палочке или ролла, наверняка вы не знаете. А ведь это очень просто, если использовать специальный кухонный прибор. Вертикальная омлетница – это незаменимый гаджет для кухни, отличается необычным размером и позволяет готовить, то есть жарить любые блюда. Туда можно пихать мясо, картошку и все что угодно. Так что это не только прибор для приготовления яиц. На вид как дорожная кружка, в которой есть специальная полость, куда можно вставить деревянную палочку и сделать оригинальную яичницу на палочке, хотя можно и без палочки. На вид и по форме получается как сосиска или ролл, напоминающий суши. Солнцезащитный антибликовый козырек для автомобиля. Антиблик для автомобиля – это солнцезащитный антибликовый козырек для авто, который вешается на водительский козырек и защищает водителя. Защита от солнечных лучей днем и от дальнего света встречных машин ночью. Отлично защитит от блеска мокрой дороги и плохой видимости после дождя. Вам будут не страшны блики от снега зимой. Существенно снижается яркость мощного ближнего или дальнего света автомобильных фар или других источников освещения. Делает ночную езду на автомобиле более комфортной и безопасной. Обеспечивает хорошую видимость в дождливую погоду. Bluetooth шапка. В холодное время года не всегда удобно лезть в карман, искать мобильный телефон и особенно долго по нему ковыряться, так как быстро начинают мерзнуть руки. А когда вы находитесь за рулем, дело обстоит еще сложнее и разговаривать по телефону небезопасно. Но благодаря шапке со встроенной Bluetooth гарнитурой эти все проблемы легко решаются. Все работает очень просто. Нужно всего лишь нажать скрытую кнопку на шапке и можно общаться через Bluetooth гарнитуру, которая встроена в шапку. Если в телефоне подключить автоответчик, то и нажимать ничего не нужно. Шапка сама возьмет трубку автоматически. Также, разумеется, в шапку встроен микрофон. Помимо разговора по телефону, через беспроводную Bluetooth шапку можно слушать MP3 и музыку с любых девайсов, способных передавать аудио через Bluetooth. Шапка легко заряжается через USB, отлично согревает зимой и является унисекс, что позволяет ее носить как парням, так и девушкам. Яблокофон. Телефон в форме яблока. Несмотря на внешний вид и маленькие размеры, этот сотовый телефон имеет довольно хорошие характеристики. Дисплей 2 дюйма с разрешением 176 на 220 точек. Камера 1,3 мегапикселя, Bluetooth, FM приемник, MP3, слот для карт памяти формата microSD и аккумулятор емкостью 850 мАч, который обеспечивает до 100-160 минут работы в режиме разговора и до 80-150 часов в режиме ожидания. Выпускается в 7 цветах, таких как белый, синий, желтый, фиолетовый, розовый, светло-розовый и золотистый. Мини-запаящих пакетов. С таким девайсом можно легко подшутить над знакомыми или друзьями. Берете пустую пачку чипсов, надуваете ее и запаиваете с помощью этого запаящика, а потом дарите знакомому, который, открыв чипсы, очень удивится, особенно если туда еще что-то подложить. Портативный сшиватель пакетов и кульков – это очень полезная вещь, которая позволяет склеивать буквально любые упаковки. Ручной мини-запаящик для пакетов очень удобен для использования в магазине, на рынке и в домашних условиях для упаковки продуктов питания, одежды, подарков и других вещей. Очень прост в использовании, легко помещается в кармане и работает всего от двух пальчиковых батареек типа АА. Телефон-фонарик. Телефон-фонарик – это чудо-комбайн. Одновременно мобильный телефон, светодиодный LED, фонарик, MP3 плеер, громкая мини-колонка, мобильная зарядка, пауэрбанк мощностью 7200 мАч, FM, радио, Bluetooth, фото, видеокамера 0,3 мегапикселя. И это все в одном. Поддерживается две SIM-карты, одна из которых микро-SIM, а также карты памяти microSD до 32 ГБ. Такой гаджет отлично подойдет для дачи, на рыбалку, либо для пожилых людей. Кстати, телефон довольно бронячий. Можно колоть орехи и неплохо выдерживает падение. Меню на нескольких языках, включая русский и английский. Весит всего 200 грамм, а
зарядки батареи хватает на 2-3 дня беспрерывного использования. Мини-пылесос для клавиатуры. Мини-пылесос отлично подходит для очистки запылившихся клавиатур стационарных ПК и ноутбуков. Такой USB-пылесос способен очистить вашу компьютерную клавиатуру от крошек, пыли и разного мусора, который обычно накапливается от клавиатуры и может привести к залипанию или заеданию кнопок и клавиш. Пылесос для клавиатуры отлично подойдет как подарок любителю гаджетов, системному администратору или программисту в вашем офисе. Все айтишники оценят такой девайс по достоинству. Колонка, банка Coca-Cola, Fanta, Sprite, Pepsi. Небольшая портативная мини-колонка в виде баночки Coca-Cola, которая умеет проигрывать MP3 с USB-флешки, microSD-карты памяти и, разумеется, проигрывать музыку с помощью AUX-разъема, который можно втыкнуть в любой мобильный телефон, планшет или MP3-плеер. Легко помещается в сумку и даже в карман, а также очень красиво смотрится на рабочем столе. Встроенный усилитель обеспечивает мощность звучания до 3 Вт, имеет внутренний аккумулятор мощностью 530 мАч. Также внутри уже есть FM-тюнер, что позволяет слушать не только музыку, но и радио. Колонку можно использовать как динамик мобильного телефона, планшета, ноутбука или MP3-плеера, поэтому она идеально подходит для отдыха на природе. Брелок-инструмент. Мультифункциональный брелок-открывалка для ключей. Это не только открывашка для пива, этот инструмент имеет 8 полезных опций. При этом микротул вообще не занимает места и выполнен в виде чехла для ключей. Инструмент очень маленький и легкий, по размерам как типичный ключ, и очень просто надевается на стандартный дверной ключ. Этот мини-чехольчик для ключей имеет 8 основных функций. Открывалка для бутылок, пилочка для ногтей, инструмент для чистки ногтей, отвертка малая, отвертка средняя, отвертка большая, резак для веревок и подпружиненный пинцет. Покупаете что-то в интернете и думаете, как сэкономить? Начни возвращать часть денег с покупок в онлайне. Зарегистрируйся в кэшбэк-сервисе EPN. Пользоваться сервисом очень просто. Достаточно выбрать нужный магазин на сайте epn.bz и совершать покупки, как обычно. Кэшбэк будет начислен автоматически. Вывести кэшбэк можно сразу после получения товара. Выплаты доступны на электронные кошельки и банковские карты без комиссии в рублях и долларах. Регистрируйся в кэшбэк-сервисе EPN и будь счастлив!